А в Тюмени отопительный сезон стартует в понедельник, 19 сентября. Согласно графику, весь город подключат за 5 дней. Первыми согреются жители домов рядом с ТЭЦ. В последнюю очередь тепло придет в район Дома обороны. Сейчас более сотни социальных объектов уже получают тепло. Еще 150 больниц, школ и детских садов подали заявление на запуск отопления в эти выходные. Параллельно коммунальщики заканчивают ремонтировать сети. У нас планируется завершить работы по улице Транспортной. Там сегодня полным ходом ведется реконструкция тепловых сетей по улице Ставропольская. Таким образом, потребители, которые сегодня от этих тепловых сетей питаются, никаких дополнительных неудобств не почувствуют.